Махачкалинцам выбрать территорию для благоустройства стало еще проще. Администрация города в общественном транспорте расклеены информационные плакаты с активным QR-кодом. Они появились уже на более 200 микроавтобусах, и в ближайшее время их количество будет увеличено. Процесс занимает несколько минут. На главной странице сайта необходимо ознакомиться со списком объектов и выбрать тот, за который хотите отдать голос. Напомним, с конца апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта. В Махачкале таких 13 объектов. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Ввиду того, что проводится голосование с целью выбора площадки для обустройства общественного пространства, транспортным управлением организована расклейка информации, плакатов в общественном транспорте для того, чтобы наши граждане, махачкалинцы, могли легко с помощью смартфона, наведя камеру смартфона на QR-код, спокойно перейти на сайт голосования, выбрать ту площадку, за которую они хотят проголосовать, для того, чтобы эту площадку обустроили в ближайшее время.